среду в Самарской области малооблачно, пройдет дождь, возможно гроза, 22-24 тепла днем, ночью 14-16 выше 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 25, ночью плюс 16, западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, дождь, днем плюс 22, ночью плюс 16, ветер западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 22 в дневное время, ночью плюс 16, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, температура воды в реке Волга 16,5, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.